Приветствую вас на канале «Китай поможет». Здесь должна быть камера от Керуи и два датчика протечки. Один умный, один не очень. Такая вот коробка, 360 градусов, умная Wi-Fi уличная камера. Семикратный цифровой зум поддерживает купольного типа. Может в облако хранить на карту памяти. По горизонтали на 320 градусов, по вертикали на 90 градусов. Обнаружение движения поддерживает карту памяти. Что в коробке? Где же датчики? Протечки. Вот датчики положили в коробку с камерой Water Leakage Detector. Датчики от Керуи. Один из них работает по Wi-Fi, поддерживает Tuya Smart, Smart Life, либо Digma Smart. В доме от Tuya работает. Другой поддерживает радиоканал 433 МГц. Wi-Fi 4G Dual IP камера. Руководство пользователя на английском. Поддерживает приложение не Tuya Smart, кстати, а ICC приложение. Основание в комплекте. Крепеж для разъемов питания и интернета, как я понимаю. Блок питания со светодиодиком. Вход 110-240 вольт переменка. И выход 12 вольт 2 ампера. Здесь европейская вилка. Это хорошо. А здесь джек на 5,4 мм. 4 самореза. Отвертку даже положили. Ничего себе. И далее, собственно, сама камера. Корпус пластиковый. Здесь две антенны. Здесь теплые холодные светодиоды, как я понимаю. Сверху крышка, кнопочка сброса и под карту microSD. Можно на карту все время писать. Сзади динамик, выход по динамик. Здесь еще микрофон вроде как есть. Вот здесь, скорее всего. Как-то вот так должна крепиться еще вот это основание. По идее. Такая вот купольная камера. В другом видео подключим к приложению и посмотрим на качество съемки. Здесь Ethernet разъем, а здесь под питание. Посмотрим на датчики протечки. 433 МГц. Здесь батареечек нет, типа 3А. Основание, два контакта, которые замыкаются при обнаружении воды. 90 дБ пищалка, это довольно громко. Вот основные параметры. Ну, полезная вещь в любом случае. А это второй датчик протечки, уже с Wi-Fi. Еще винты в комплекте. Этот датчик работает в приложении Tuya, либо Smart Life, либо Digma. И уже может в автоматизации в умном доме применяться. То есть, например, он обнаружил протечку, сработала сирена. Также автоматизация сработала, например, кран закрыл воду. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал, а также на Telegram канал. Ссылка для заказа данных датчиков будет в описании к видео. Спасибо за просмотр. Позже, надеюсь, выйдут видео с тестированием датчиков протечки и вот этой камеры. Пока!